ей доченька одна лишь помогала. 12 лет ей было, но она готовила, стирала и убирала, ведь видела, что мать ее больна. Никто из старших не хотел трудиться, а девочка старалась, как могла. Но вскоре ей с бедой пришлось смириться. Мать от туберкулеза умерла. На хрупкие ее девичьи плечи лег всей работы в доме тяжкий груз. О помощи сестер не шло и речи. Она вздыхала: «Помоги, Иисус!» Готовила для всех и убирала, топила печь и штопала бельем. Она ладошки в кровь свои стирала, но только ночью отдых для нее. Она трудилась, день за днем трудилась, своей семье служила, что из сил. И вдруг слегла, здоровье надломилось, ее в горах учитель навестил. «Ты христианка?» — он спросил серьезно. Она ему сказала тихо: «Да». «Конфессии какой религиозной принадлежишь? И ходишь ты куда?» «Нет, никуда», — ответила бедняжка. И из боли удавалось каждый вздох. Вздохнул тот и учитель очень тяжко. «Ну как же тебя принят в небе Бог? Что скажешь ты, когда придешь к Иисусу?» Девчушка приоткрыла бледный рот и отвечала вежливо и грустно: «Я руки покажу, он все поймет». «О мой Господь, я руки простираю, и в этот час тебя молю сильней. Пусть будут делать все, что только знаю, чтоб не пустой пристать мне у дверей. Господь благой, ты видишь эти руки, ты освети на труд их для тебя, чтоб ими мне без праздности и скуки служить народу твоему любя, чтоб не страшиться отдавать до боли, подбадривать, поститься и взывать, пусть трещины, пусть ссадины мозоли, пока живу, возможность есть отдать. О мой Господь, я руки простираю, я не позволю быть рукам пустым, пусть буду делать все, что только знаю, ведь в небесах на них посмотришь».